Рыба Меч 3, доложите обстановку. Хотите мочить плохих парней? Не лезь на рожон. Наверху плохих парней нет, Фолсон. Повторяю, там просто какая-то зараза. Вирус Эбола, например. Верно, Алькатрас? Алькатрас с утра не разговорчик. Хотя многие считают, что пить текилу полезно. Это чушь. Да, Ал? Просто кивни. Покажи, что ты жив. Вот так-то. Да это... ерунда какая-то. Мы разведбат, а не скорая помощь. Нет, чует мое сердце. Без плохих парней тут не обошлось. Отвали от меня! Морпехи, приказ. Только что получен. Всем надеть водолазные костюмы, выходим с оружием. 10-минутная готовность. Вирус. Эболи, ты из винтовки не вмажешь, я же говорю. Только не пристрелите этого Гулда, ладно? Эй, я слышал это чертово вторжение! Так и есть. Это пришельцы. Что это за хрень? Валим отсюда! Живо! Покинуть корабль! Всем покинуть корабль! Корпус пробит! Контроль! Мы подбиты! Подбиты! Покинуть корабль! Люк внизу! Ныряем! Тут на борт! Мне требуется
подкрепление. Где подлодка? Что, цепи вырезали вас всех? Не может быть. Гулд на нас рассчитывает. Алькатрас? Так тебя зовут? Алькатрас. Судьба злая тетка. Потерпи, сейчас мы тебя оденем. Это все, чем тут можно помочь. Это все, чем я могу помочь. Ты мой последний шанс. Мой Гулда. Всех нас. Мне конец. Я труп ходячий. Я заражен. Но ты... Ты сможешь завершить начатое. Ты должен. Ты должен. Это наше будущее, сынок. Это война. Да. И еще. Так просто отсюда не выбраться. Симбиоз. Связь нужно разорвать. Я отдал тебе костюм. Отдал свою жизнь. Обещай. Найти Гулда. Вот все, что я могу. Ты все, что я могу. Пророк, так меня звали. Помни меня. Найти и защитить Нейтана Гулда. Сбить замок. Свежие трупы на плен. Пророк, это Гулд. Ты слышишь меня? Прием! Пророк, послушай меня. Я не знаю, слышишь ли ты, но они идут за тобой. Тебе надо найти тех морпехов. Безопасники ищут тебя по всему району. Передаю тебе свои координаты. Ты должен добраться сюда. Пройди через лагерь. Присутствие.
режиме маскировки вы временно становитесь невидимым для противника. Быстрые перемещения в режиме маскировки ускоряют расход энергии. Снаружи у центра эвакуации. Тебе надо идти сюда. Не знаю, сколько смогу продержаться. Пройти на север через лагерь. Здесь уходим. Что?
Реактор через...